Приветствую всех, с вами канал ProMint. В данном видео я покажу, как поставить ноду HumanNode и поделюсь информацией о проекте с вами. Советую ознакомиться с моей статьей перед установкой. Тут вы узнаете, что из себя представляет проект HumanNode и какие инвестиции он собрал. Ссылочка будет в описании. Хочу сказать сразу, что информации по наградам нет. Те, кто после этой фразы не выключил видео, я раскрою секрет. Как правило, проекты, которые не говорят о наградах, насыпают в разы больше. Туда не приходят тысячи людей, с которыми вам придется впоследствии делить выделенную часть токенов под тестнет. Думаю, как минимум, держатели нод получат возможность поучаствовать в пресейле, собрать иксы и окупить сервера уж точно. Нода не требовательна, можно как минимум на один сервер ее поставить, я рекомендую. Я ее вообще подселил к массе, все окей. Давайте уже начнем устанавливать ноду. Начнем, как обычно, с аренды сервера. Я буду показывать на примере хостинга VDS, как по мне он самый интуитивный. И тут можно сервера оплачивать за сутки. Переходим, регистрируемся, никаких личных данных указывать не нужно. Далее финансы, пополнить баланс, выбираем сумму, нажимаем галочку, пополняем. Дальше мои сервера. Создать сервер, обязательно выбираем Ubuntu 20.04, тип сервера. Возвращаемся, смотрим системные требования, минималка. 20 ПУ, 4 ГБ RAM, 40 ГБ SSD. То есть вы тут можете вот покрутить, там выбрать нужный сервер. Далее обязательно оставляем подключить IPv4, это интернет. И автоматическая резервная копия обязательно убираем, чтобы у вас не тратились лишние деньги. Я сервер уже создал, чтобы не тратить ваше время. Давайте перейдем к нему. Вот тут прям минимальные такие требования, прям критически минимальные я бы даже назвал. И перейдем к установке. Для начала заполняем форму. Я ее уже заполнил, чтобы не тратить ваше время, просто показать, что как я ответил на вопросы. Электронную почту свою, name, nickname тоже свой, telegram свой, where from пишите Russia, там Украина, не знаю, job, работа студент, пишите development и так далее. Желательно, чтобы было связано с IT. Как вы узнали о HumanNode, можете оставить ссылочку на мою статью, мне будет приятно. Далее, в каких крипто-комьюнити вы участвовали, пишите, я был амбассадором там множества проектов, перечисляйте их, я там помогал Gear, Massa там и так далее. Далее, кто для вас является крипто-проектом фаворитом, пишите Polkadot, ведь они разворачиваются на их системе. Далее вас спрашивают, какие вы ноды устанавливали, пишите Aleo, Nim, Hopper, там Ironfish, Massa, Gear, такие наиболее простые и популярные. Вас спрашивают, сможете ли вы указать путь до файлов в командной строке, пишите «Да, это элементарно». В одном предложении нам нужно охарактеризовать HumanNode, пишите «One Node, One Human», это девиз их компании. И далее нам нужно указать Ethereum адрес. Советую обязательно создать новый кошелек именно под это дело, потому что нам нужно будет указывать сид-фразу. Заходим, там, например, в другой браузер, я Firefox буду юзать. В настройки расширения пишем MetaMask, Enter. Добавляем такое самое популярное, добавить Firefox. Сейчас немного подождем. Добавить. Нам теперь нужно будет создать кошелек. Начать работу, создать кошелек. Я согласен. Пароль пишем, я не знаю. Далее. Не сохранить. Хорошо. Далее берем сид-фразу, сохранить ее там на бумажном носителе, неважно, просто чтобы вас никто ее не украл. И давайте отвечаем. Подтвердить, выполнить. Все, берем наш адрес, возвращаемся в Google, вставляем, отправляем форму. Далее переходим к установке. Нам нужно скачать их лаунчер. Все, мы будем работать только в их лаунчере. Нажимаем скачать, все у нас устанавливается. Давайте посмотрим далее, что нам нужно будет. Запускаем приложение. В любом случае. Так, я уже тут работал. Далее у вас вот так вот будет. Нажимаете Create Workspace, Start Remotely. Правое выбираем. Далее выбираем вот тут вот Password. Заходим на VDS. Берем IP сервера. Вставляем. Юзернейм пишем root, он у всех одинаковый, и нажимаем connect. Пароль берем доступ, на глазик, копировать, вставить, все, connect. У вас устанавливается ПО, нужно подождать, все. Далее нажимаем settings, ставим галочку, так как мы первый раз это все делаем.
node name пишем, я не знаю, ProMint. Можете назвать по-своему. Далее нажимаем Apply. И дальше Insert Mnemonic. Это наша сид-фраза. Мы берем, возвращаемся в Firefox, копируем ее сюда. Все, вставили, Insert. Все, готово, если у вас Excel написано. Если у вас что-то не так, вы не то указали, или у вас какая-то ошибка, remove workspace, и все заново просто делаете. Далее заходим в Human Node, запускаем ноду. Вам выдаст сейчас QR-код. Видим, что у нас загорелись тут две зелененькие, и осталась только биометрия. Возвращаемся к гайду, смотрим, что у нас тут написано. Нам нужно будет пройти капчу. Открываем телефон, там iPhone, просто камеры наводите. На Android штрих-код, там QR-код. Просто сканируйте. Далее у вас высвечивается капча. Вам нужно пройти верификацию по лицу. Тем самым они делают так, чтобы одна нода была у одного человека. Далее, после того, как вы отсканировали, далее прошли верификацию по лицу, повторно пройдите, если у вас также горит красненькая. Потом она у вас загорится желтым. Нужно, чтобы они все были зеленые. Если она у вас загорелась желтым, просто попробуйте там включить, выключить ноду. Вот у меня это было так. Либо перезайти в лаунчер. У вас должно высветиться... Вот сначала у вас так будет, и будет идти синхронизация в логах. Вот тут вот. Вот такие будут шестереночки. Далее вам нужно добиться, чтобы у вас было... Все зелененькие. Было, чтобы все зелененькие, и у вас пойдут вот такие штучки. Вот такие ошибочки у всех выдают, я посмотрел в конфе. Далее. Обратите внимание, пожалуйста, ребята. У вас далее на главной странице будет идти отчет, когда вы, то есть, уже прошли биометрию, там, и ноду запустили. У вас будет идти обратный отчет. Каждые 72 часа вам нужно заходить в их лаунчер и подтверждать верификацию по лицу также через смартфон. Обратите, пожалуйста, на это тоже внимание. Далее все. В принципе, нода у вас настроена. Вы далее будете видеть вот такие логи у нас. И реварды будут следующим образом выглядеть. Сейчас их покажу. Вот такие будут у нас подарочки. И вот такие, я не знаю, как почта выглядит. Все. Далее можете перейти в их официальную группу Telegram. Если будут какие-то вопросы, пишите мне по контактам. В принципе, все очень просто, делается через их лаунчер. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если информация из видео была полезна. Также советую установить ноду Massive Gear. Обзоры и как установить у меня есть все на канале. Пока.